Одним из лидеров по производству полуфабрикатов в Республике Беларусь является Гомельский мясокомбинат. Фирменные пельмени «Настенька» знакомы каждому белорусу, да и за пределами страны эта продукция пользуется неизменной любовью покупателя. Не секрет, что залог успеха любого продукта – качественное сырье и строгое соблюдение технологии производства. На открытом акционерном обществе «Гомельский мясокомбинат» это правило соблюдается на протяжении многих десятилетий. Ведь не зря девиз предприятия – вековые традиции, гарантия качества. А вот новой технологической площадки и современной пельменной линии до недавнего времени не хватало. Наше предприятие выпускало пельмени с советских времен. Но в определенный момент было принято решение в связи с тем, что оборудование устарело, провести его модернизацию. И принятое решение было построить новый цех в абсолютно новом месте, на новой площадке. Было закуплено оборудование для производства пельменей. Это скоромороздильник и новый пельменный аппарат. Новое оборудование позволит нам выпускать в два раза больше пельменей. Порядка около 100 тонн продукции в сутки. Но на пельменях мы не остановимся. Также мы будем выпускать еще дополнительно котлеты и котлеты гамбургерные. Также снековую продукцию для гриля или фляри для жарки. Введенная в эксплуатацию линия шоковой заморозки значительно расширяет возможности производства широкого ассортимента полуфабрикатов не только для розничной торговли, но и для предприятий общественного питания. В ближайших перспективных планах выпуск котлет, в том числе из говядины для гамбургеров, продукции для жарки во фритюре, колбасок и других замороженных полуфабрикатов для гриля. Кстати, технология шоковой заморозки не только снижает себестоимость производства, но и влияет на ее качество. Такая продукция намного дольше хранится и позволяет отказаться от использования вредных консервантов. И, кстати, первая такая продукция от Гомельского мясокомбината уже вышла в свет. В феврале 2020 года цех начал выпускать всеми любимые пельмени «Настенька» и смачные по-гомельски – русские, богатырские и северные. В перспективе выпуск новой линейки пельменей для жарки. Конечно, перерыв в производстве продукции, даже самой популярной, не идет на пользу. Но традиционно высокое качество и новая яркая упаковка быстро нашли признание нашего потребителя. В изготовлении наших пельменей мы не стали открывать Америку или изобретать велосипед, а пошли по старому классическому пути. То есть тесто мы приготавливаем только с муки высшего сорта, яйца, соль и вода. И готовим его по ГОСТовскому рецепту. Как мы все знаем, ГОСТ – это наднациональный стандарт, который предъявляет очень жесткие требования к сырью и материалам, и мы его выдерживаем. Затем в этом году мы закупили новейший современный аппарат по формованию полуфабрикатов в тесте. Отличительной его особенностью является инновационная система подачи теста, которая его не нагревает, и белки, которые входят в структуру теста, не нагреваются и не коагулируются. В результате тесто получается на вкус приближенно максимально к домашнему. Контроль качества конечной продукции осуществляется производственно-технологической лабораторией открытого акционерного общества «Гомельский мясокомбинат». В результате на прилавках магазинов в области, республики и за ее пределами оказывается действительно качественная продукция по обоснованной цене. Ведь мы готовим только то, что с удовольствием едим сами и рекомендуем своим друзьям.